Привет всем! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Сломай голову». Ну, на самом деле она называется «Маускрафт», но голову в ней ломать приходится довольно-таки часто. В прошлый раз мы закончили на 50 уровне, сегодня я планирую снять 15 уровней, потому что уровни становятся посложнее. Ну и как раз разобью на две серии, тут-то всего лишь 80, осталось 30 уровней. Так что приступаем. 51-й. Кстати, сейчас после него нам что-то да откроют. Так. Угу. У нас есть крыса. У нас есть мыши. У нас есть вода. У нас есть электрическая штука. Так, ну, мыши под водой столько не пройдут, это само собой. Значит, нужно построить какой-то импровизированный мост. Причем, скорее всего, запускать, взрывать мы будем не мышей, а будем запускать крыс. Ну что ж, давайте экономно пока что всем пользоваться. Давайте так, что ли, положим. Вот как бы вот эту штуку положить. А, нет, нам нужно, чтобы мыши прошли сюда, а потом вернулись обратно. Ладно, давайте сначала попробуем так. Теперь мы попробуем так. И попробуем так. Вот это взорвется, то есть потом сюда можно будет ставить еще один блок. Значит, мы поставим сюда. И сюда блоки. А вот это мы установим так, чтобы мыши не пошли на финиш. Стойте, нам еще сюда нужно их загнать. Ну, в принципе, пока что все нормально. Давайте... не успел я мыши открыть вход. Давайте ой, крысе открыть вход. Давайте посмотрим, что с ней произойдет. Итак... крыса запускает механизм. Так. Ну, пока что все хорошо. Правда, придется долго ждать, пока она пройдет сюда обратно. Но ничего, меня это не пугает. Давайте, наверное, положим вот эту штуку так. То есть мыши идут и тут, забирают это, возвращаются обратно. Вот как раз нам два блока и не хватает. Поторопился. Давайте выпускать мышей. В принципе, уже можно. Вот, крыску мы убили. Теперь выпускаем мышей. Немножко ускоряем. Ставим сюда блок. Да, получилось все, как я и задумал. У нас есть как раз еще один динамит, в принципе... Ой-ой, я поторопился. В принципе, теперь можно и взорвать. И нормально, наши мыши добрались. Так, интересно, нам еще какую-то жижу дали. Acid obstacle. Кислота, что ли? Kills rodents on touching. Crumbles. В общем, эта штука разъедает все предметы в течение 30 секунд. По истечению, точнее, 3 секунд. Ух ты, интересно. Так, мы собрали все? Да, мы собрали все. Значит, можно переходить к следующему уровню. Угу. It also destroys bricks. Ну, я так понимаю, это мы взрываем. Да, сюда мышей нам пускать не надо. И я так полагаю, что это тоже мы взрываем. И посмотрим, как это все разъестся. Ого. Круто. Жесть. Так, давайте скроем подсказку, потому что она не к месту.
Ну и так поставим. Да, один бриллиант. Ну, можно запустить. Давайте ускоримся. Так, в общем, мы увидели, как тут все куда-то пропало. Причем мы это не взрывали, мы ничего не делали, оно просто разъелось. Так что ясно, эти штуки очень опасные. Это жижа. Так. Ух. More than 5 bricks. Раз, два, 6 штук. Use AD. Что они нам дают? А, переключаться. To see them all. Они, в принципе, у меня и так помещаются в монитор. Ладно, ну за подсказку спасибо. О боже. Вот это жесть. Так жесть. Блин, даже не знаю. Ой-ой-ой. Не туда. Оно сейчас пропадет. Я так понимаю, нам вообще надо постараться как-то сделать так, чтобы не попадать. А как это сделать-то? Это сложно сделать. Да что ты падаешь? Так, вот так, допустим. Это... А как дальше? Это мы-то возьмем, а дальше как? Строить городушки. Может, у нас получится с этой стороны построить. Так, вот, здесь мы берем. Здесь... А здесь мы не берем. А вот так, это тоже так не получится. А допустим, если не получится... Здесь, как я понял, получится только сделать так, чтобы они дошли, а по-другому что-то не получается никак. Ну, грандиозные городушки мы настроили, а что с этим делать? Мы соберем только один бриллиант. Хм. Это не те перспективы, на которые мы рассчитываем. Динамитов и прочего у нас нет. Не задача. А, у нас даже еще и не все мыши дойдут. А, нет, все. Все нормально. Ну, знаете что, давайте запустим наших мышек, посмотрим, чего они вообще натворят. И если что, пройдем этот уровень, ну, пока что с потерями. Но уже следующий уровень мы постараемся пройти без потерь. Без никаких потерь. И если что, вернемся к этому уровню в будущем. Потому что, в принципе-то, мы и так героически проходим все уровни на золотую медаль. Так что, я думаю, если один уровень мы немножко опустим, то ничего страшного. Ну, главное, посмотрим. Осталось-то совсем немного. Good. Ну, значит, отлично. Ну, точнее, не отлично, все очень плохо, но... Но... Угу. Так полагаю, там мы сюда вставим. Или нет? Если мы это взорвем, допустим, она опустится на один блок, они не пройдут. Значит, скорее всего, вот это не сюда. Может, это так? Но это потом. Так, в общем, что нам нужно сделать в общем?
В общем, мы должны убрать вот эту штуку, поставить это сюда и запускать наших мышей. Или, ой, нет, я погорячился, взорвав. Взорвать мы всегда успеем. Нам же нужно еще верхний блок собрать. Значит, запустим. Так, мыши сейчас вернутся обратно. Давайте-ка мы их поторопим. Так, ну и этой мыши мы сразу дадим команду, чтобы она полезла куда надо. Так. Проморгал я момент. Ну ладно, давайте их пропустим. Так, мы установили. Что теперь? А теперь нам нужно запустить мышей туда. Так, мыши все на месте. Пропускаем их. И взрываем. И замечательно у нас получилось. Так. Продолжим. Угу. Куча всего. Ну, я так полагаю, это мы ставим по-любому сюда. По электрическим ходить нельзя, значит, хоть для чего-то пригодятся. А вот как быть здесь? Знаете, у меня есть коварный план. Это, допустим, мы поставим сюда. Нет. Это мы поставим не сюда. Это мы поставим вот сюда. Угу. И теперь запустим наших мышей. Двое из них попадут на сыр. Одна упадет сюда, вернется за этим, и мы поставим потом вот этот вот взрывающийся куб. Я думаю, она успеет подняться по нему. Так. Замечательно. Просто супер. Давайте ее поторопим. Поставим. И момент истины. Ну, все замечательно. Шлеп. Все просто супер. Дальше. Так. Ну, вот это я сразу скажу, что это ставится сюда. Вот эта вот штука, для чего она нам понадобится? Это по-любому здесь. Это даже не обсуждается. Это сюда или сюда? В принципе, все равно, наверное. Угу. Это значит, мы сюда поставим. Это будет вот как-то так. Сюда, обратно. Ну, а это, насколько я понимаю, да у нас еще и два динамита. Это, как всегда, будет заслонкой. Ну и ладно. Заслонка так заслонка. Это можно взрывать. И это можно взрывать. И наши мыши без потерь дошли до сыра. Так. Что же сейчас будет? У нас есть крыса. С этим нужно считаться.
Падают сюда. Но здесь что-то можно не такое ставить. Падают сюда. Идут сюда. Я не понял пока. Но надеялся. Хотя нет, смотрите, одна мыша пойдет сюда. Здесь мы ей... А, я уже не успел. Здесь мы ей подстелим. Она заберет как раз вот этот вот бриллиант. Так, сейчас проверим мою теорию. Взрывайся, правильно. Одна мыша идет сюда. Одна мыша идет сюда. Забирает этот бриллиант. Эта, которая упала сюда, забирает вот этот. Даже можно двоих сначала сюда пустить. А пока все выглядит неплохо. Давайте глянем, как оно на самом-то деле будет. Опа! Так. Стойте, нет, а подождите, нет, это не то, это что-то не то. Я не так хотел. А, я понял. Тогда здесь немножко по-другому. Тогда здесь вот как, я не рассчитал немного наши динамиты. Вот как мы сделаем. Мы сделаем наоборот. Вот так. Злобный хитрый план. Отлично. Вот у нас две мыши пошли. Один пошел сюда, другой пойдет сюда. Замечательно. Отлично. Все четыре бриллианта. Я думал, будет сложнее. Угу. Так, ну крыс мы никуда пускать не будем, мы закроем их прямо здесь. Теперь мы поставим это так, потому что по-другому никак. Это мы подставим сюда. Мышки идут, 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 идут. Эта часть падает. А вот это мы потом как-то вставим. Или нет? Знаете что, я походу погорячился, потому что давайте все-таки мы крыс попробуем запустить. Что-то мне подсказывает, что неспроста их здесь целых две штуки. И скорее всего уровень намного проще, чем кажется. Так, отлично. Супер. Замечательно. Отлично. То, что и требовалось. А теперь просто все фантастически. Можно запускать наших мышек. Можно даже их ускорить немножко. Бум. Так. Интересная фишка. Indestructible bricks. Неразрушимые камни, блоки. Не взрываются, ничего с ними нельзя делать, и даже на них не действует кислота. Замечательно. Просто супер. Вот теперь, я думаю, будет круто. Так, ну это, как я понял, уровень для разогрева. Это... Ой, нет, это точно... Это явно не сюда. Это уже поспешил. Это мы поставим сюда. Это будет как-то так. Уберись, подсказка. Из-за подсказки не вижу, что где брать.
Что где лежит? Так, 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 так. Здесь сюда. Берись, а здесь вот так. Ну, корявенько, но... Не, давайте вот так. Так как-то интереснее, что ли. Запускаем. Сразу можно ускорить, потому что здесь так понятно, что они доберутся. Отлично, отлично, отлично. И два бриллианта. Так. То есть им нужно все время идти вперед и как можно выше. Сюда. Это сюда. Нечаянно. Это так. А это так. Так, 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 все. Вроде все нормально. Пуск. Вот так всегда, поперва, когда какое-то новое у нас открытие, то проходить легче. Оу! Мы прошли в следующий уровень. И у нас в прошлом осталось одно серебро, но нас допустили к новому блоку. Отлично. Значит, не все так плохо, как я думал. Так, как раз даже мы успеем открыть еще какую-то штуку интересную. Ближе к концу. Так. Так, так, так. Ну, тут совсем легкотня. Пускаем одну мышу. Даем ей пролезть. Ждем, пока она все. А, нет, мы не просто ждем. Мы, наверное, можем поставить сюда один кубик. Да? Чтобы они собрали кристалл. Ой-ой-ой-ой-ой. Я забыл совершенно о второй мышке, засмотрелся на этих. Так, ну это мы поставим сюда. О, у нас еще... А, правильно. У нас еще один кубик есть, да. Конечно, он у нас есть. Это мы поставим вот так. Ну, то есть, как раз сейчас дождемся, пока эта мыша заберет нам динамит. И мы открываем вход. Отлично. Так, все в сборе. Perfect. Просто круто. Так, у нас куча всякой ерунды. И уровень, так скажем, не из самых коротких. Эй, возвращайся обратно. Нет. Ну, скорее всего. Этот у нас временно сюда. Это, скорее всего, сюда. У нас есть два металлических блока. И я, наверное, знаю, зачем они. Вот. Выглядит красиво. Да, выглядит оно красиво, но на самом деле оно не так должно быть. Похоже, что не так. Сейчас нужно подумать, как. А, ну,
В принципе, почти так, как и стояло, только вот эту штуку мы должны немного поставить вот так вот. И... да, проходит. Ну что ж, давайте пускать наших лабораторных мышек. Смотреть, что они нам приготовят. Так, все просто прекрасно. Вообще замечательно. Ждем. Опа. Супер. Отлично. Отлично. Так. У нас куча всякой резиновой ерунды. Даже не знаю. А, у нас их даже два. Ну, я так полагаю, это мы ставим сюда. Металлический блок. Металлический блок, это круто. А, оу, вау, вау, вау. А тут далеко-то гулять? А что если... А не если, а может так? И не так. А там... Даже не знаю. Одно я знаю точно. Нам нужно двух мышей запустить поверху, чтобы они дошли до финиша. Одна мышь должна пройти вниз. А, здесь еще мы не сделали. Но это вообще непросительно. То есть это... Ага, у нас есть еще такая фишка. Куда бы ее тут приспособить? Ну, это тоже не сюда. Может так? Ну, вот так это выглядит несколько хорошо. А вот что делать с этим совсем? Вот в чем вопрос. Скорее всего, это сюда. Но остается открытым вопрос, а как же добраться сюда? Может так? В принципе, возможно. У нас есть еще... А, это мы ставим сюда. И давайте, наверное, понаблюдаем, что произойдет, потому что мне самому интересно. Уровень достаточно интересный, так скажем. У нас есть две мыши, которые пойдут прямо вверх. Одна запустит механизм. И прыгай быстрее. Нет. Это немножко не то, что мы ожидали, тем более не собран... Не собран один из... Но металлический кубик по-любому будет где-то здесь. Это даже не обсуждается. Только вот здесь или здесь. Ну, давайте поставим по центру. Это будет явно здесь. И это будет точно здесь. С вот этим мы тоже придумали вроде бы верно. То есть нам остается придумать только план, как же запустить наших мышей
в небо. А может быть так? Даже не знаю. Нет, это будет падать. Это явно не так. Но тогда как? Может быть так? Ну, что-то похожее у нас было в прошлый раз, и в прошлый раз это что-то похожее хорошо бахнуло. Но выглядит весьма правдоподобно. Давайте что ли еще раз попробуем, как это получится. Но нет, получилось очень плохо. В чем же у нас подвох? Нет, это совсем я глупо сделал. Ну, это выглядит что-то да, но как же взорвется нижний блок? Вот в чем вопрос. И в чем подвох? Нам нужно закрыть дыру внизу. А закрыть дыру внизу мы сможем только так. Даже не знаю. Но, по-моему, не произойдет абсолютно ничего. И вообще, тем более, у нас все мышки погибли. А, нет, одна добралась. И собрала 3 бриллианта. Ну, знаете, дорогие друзья, давайте-ка я, наверное, тоже оставлю этот уровень. Мы перейдем к следующему, к завершальному уровню данной серии. И если что, в следующей серии я подумаю, я обязательно подумаю, как же все-таки пройти этот злосчастный 63-й уровень. И обязательно вам об этом расскажу. Итак, как я понимаю, нам опять нужно задействовать наших крыс. Но давайте для начала построим для них что-то типа пути. Так. И вот так. Угу. Отлично, это взрывается. Сюда мы потом вставим эту чушь. Они пойдут вверх. И все круто, или нет? А зачем нам кубик? А, я понял. Кубик мы сразу испортим. Ну, в принципе, сейчас подождем, пока крыски пройдут немножко, и можно будет запустить наших мышей. Я так полагаю. Так, вот они запускают механизм. Все бахают. Сейчас тут все будет, просто все будет бахать. Отлично. Финиш открыт. Теперь мы закрываем проход и пускаем наших мышей. Да, дорогие друзья, этот уровень намного проще, чем предыдущий. Ну, во всяком случае, мне так кажется, потому что я так и не сообразил, как его пройти. И сидел очень долго. Так, стойте, так можно и замечтаться совсем. Давайте ускорим темп наших
мышек и подорвем. Все, отлично. Даже все собрали. Не то, что в прошлом уровне. Так, и что же нам приготовит 65 уровень? О боже. Что-то здесь опять сильно много всего. Да. Ну, я так понимаю, что их изначально нужно запустить, что ли? Чтобы они собрали мне динамит. После чего я открываю им путь. Ну, точнее, не им, а какой-то одной. Вот так. Так, стойте. А, ну там все нормально. Ух ты, там кристалл? Вообще классно. Так, стойте. А на что я потратил динамит? Так. И я понял, на что я потратил динамит. Нужно было делать не так. Нужно было делать следующим... Нет, не таким образом это нужно было делать. Даже не знаю. Может, еще раз попробовать их запустить? Может, там все путем будет? А, я понял. Смотрите, сейчас я поделюсь этой мыслью. Еще раз ускоряем. Теперь мы подождем, пока две мыши отойдут. А вот третью мы пропустим. Отлично. Шикарно. Теперь опять мы их ускоряем немножко. Замечательно. Подождем, пока они все трое вернутся обратно. Потому что нам нужно будет их всех троих потом как-то пропустить вверх. Давайте так пока поставим навскидку. Это, допустим, тут встанет. Угу. Так, ну давайте, давайте, давайте. Шестрее, шестрее, шестрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Трошки назад. Так. Это пропало. Так, 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 так. Они идут вверх. Здесь мы поставим временную штуку, чтобы только одна туда добралась. Угу. Это круто. А почему? Подождите. Вот этого вот я не совсем понял. Или нам здесь все равно нужно будет выждать момент. Ой. Не то. Вот это. Или в принципе... А, ладно, какая разница? Вот это для меня было не совсем... О! Ну, такое случается. Я нечаянно нажал R. Рестарт. Ладно, выпустим наших зверей обратно. Столько уже прошли. Но ничего. Такое случается. Так. Взорвали. Отпустили. Ждем, пока оно все повзрывается. Вновь ждем, пока они вернутся обратно. Так. Так. Теперь знаете что? Наверное, нам нужно вновь подождать. Но нет.
Что нам ждать? Нам нужно, чтобы эти две мыши сразу пришли туда. Только не совсем понятно, почему они умерли. Все должно было быть просто на высшем уровне. Ну вот, смотрите, целых 2 секунды, чтобы уйти. Ну, все замечательно вышло. Или нет? Знаете что, вышло-то не все замечательно. Я сейчас объясню почему. Потому что у нас мыши не доберутся. Значит, нам нужно поставить, наверное, вот сюда вот штуку. Чтобы вот эта вот половинка упала на нее. Так, ну давайте отпустим. Еще раз их немножко ускорим. Вот видите, как я об этом и говорил, что раз на раз здесь не приходится. То есть когда-то мыши выживают, а вот когда-то нет. Так, ну, в принципе, все. Они доберутся, да? Да, они доберутся. Ну и что ж, 15. Ух ты. Что это у нас за штука? Moving rigs. Двигающиеся блоки, что они меняют форму или что? These bricks can be placed and lifted an unlimited amount of times unless one of its tiles has been destroyed. А, то есть их можно уничтожить. Точнее, нет, если один из элементов будет уничтожен, то тогда их двигать нельзя. А так их можно двигать сколько вам угодно раз. Ну, знаете что? Я хоть и хотел закончить на 65 уровне, но я хочу все-таки посмотреть, что это за блоки. Интересно. Place bricks as usual. Ну, допустим, положим мы. И чего теперь? А, все, на этом подсказка заканчивается, да? Дорогие друзья, смотрите, я его опять поднял, и я его поставил теперь здесь. Теперь вновь здесь. Круто. Ну что ж, в принципе, на этом, я думаю, я эту серию закончу. 65 уровней пройдено. У меня есть одна, не знаю, что это, медь, наверное, или бронза. Да, это, наверное, бронза. И одна серебряная медальки. Я обязательно постараюсь исправиться. И в следующей серии дойду уже до конца. И мы узнаем, что же станется с нашей мышкой. Потому что этот вопрос интересует и меня тоже. Что ж, дорогие друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, оставляйте комментарии. Может быть, вы подскажете мне, как пройти 63 уровень и... какой? И 53 уровень. Буду очень благодарен. Что ж, до скорых встреч, пока.